Сегодня я расскажу один, но по моему субъективному мнению, самый крутой и эффективный способ заработка в ТикТоке. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я постараюсь максимально простым языком подробно рассказать алгоритм действий по заработку в ТикТоке без вложений. Естественно, без вложений в нашем мире не бывает ничего, как минимум вы вкладываете свое драгоценное время, но финансы я вам постараюсь сэкономить. Поэтому досматривайте это видео до конца, чтобы не пропустить важную интересную информацию. В следующем видео я расскажу про 3 крутых способа заработка в интернете без финансовых вложений. Такого я тоже еще не видела на ютубе, поэтому лучше нажать на колокольчик, чтобы в рядах первых воплотить те идеи, о которых я вам поведаю. В прошлом видео я вам рассказала про интересный вариант заработка, о котором все молчат. Если вы еще не видели, советую перейти по ссылочке в описании после того, как досмотрите это видео, и посмотреть. Там я рассказала, как продавать свои навыки, монетизировать. То есть все, что вы умеете делать, вы можете это очень круто монетизировать. И рассказывала про рекламную площадку YouTube, то есть на YouTube можно достаточно легко бесплатно раскрутиться. И вот решила, так скажем, дополнить эту тему ТикТоком. Смотрите, в чем суть. В ТикТоке вы выкладываете динамичные короткие видео до 1 минуты, очень часто бессмысленные, которые могут просто резко бабах и сами по себе набрать десятки, сотни тысяч, миллионы просмотров. Ты серьезно? Не верите? Я вам докажу. Я создала несколько аккаунтов с разной тематикой. Изначально еще год назад я снимала контент для Инстаграма в костюме панды, и в ТикТок ради прикола просто начала выкладывать какие-то короткие ролики. Буквально за несколько дней у меня там набралось 200 тысяч просмотров на одном видосе, там на другом 40 тысяч просмотров. Сейчас все покажу. Посмотрите просто на количество просмотров и лайков. Я не вкладывала в рекламу ни копейки, я просто выкладывала видео. И ко мне люди начали пачками в Инстаграм бежать. Я просто ради прикола в описании добавила ссылку на Инстаграм. У меня не было цели на монетизацию, у меня вообще не было никакой цели в этом ТикТоке. Я достаточно скептически к нему отношусь, наверное, и буду относиться, потому что там слишком много тупого контента. Фу! Но приходится все же двигаться в том направлении, потому что сейчас это прям прогресс, то есть сейчас за ТикТоком стоит будущее. Ладно, много я про ТикТок рассказывать не буду, потому что и так очень много воды такой в интернете. Я вообще, когда смотрела блогеров, которые снимают про ТикТок, они несут полнейшую дичь, то есть мне кажется, что большинство блогеров снимают ради того, чтобы просто снять. Они рассказывают про то, как заработать на партнерке ТикТока. Чтобы заработать на партнерке ТикТока, это надо иметь там чуть ли не миллион подписчиков, реально просто жить ТикТоком. Продавать рекламу, реклама там очень дешевая, поэтому вот самый крутой способ я для себя определила, вот его вам и сейчас рассказываю. В общем, вот буквально пару недель назад я создала 3 аккаунта с разными тематиками. В костюме панды это слишком трудно затратно, и такое вряд ли вы сможете воплотить, поэтому я выбрала более простые темы. Первый аккаунт был с каверами, то есть туда я просто выкладывала, как играю там на гитаре, на барабанах, несколько видео выложила, и что-то там набралось 10 подписчиков и по 300 просмотров, ну то есть совсем мелочь. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь. Второй аккаунт был про заработок. Выложил туда 3, по-моему, видоса, и первый видос там выстрелил на что-то 12-13 тысяч просмотров. С него ко мне пришло 100 подписчиков в ТикТок. Но что примечательно, с этого всего ко мне около 400 человек перешли в телегу посмотреть, что же там. Заработать на новые AirPods за 3 дня. AirPods 15 670 рублей. Выгребаем мелочь из всех карманов. Всю мелочь, я говорю. Каждую копейку выгребаем. Как стать миллионером за 1 год? Тому, кто напишет самый смешной комментарий, скину косарь на карту. Измени свое мышление. Твой выбор. Работать тут или поверить в то, что ты реально можешь зарабатывать миллион. Третий аккаунт, самый тупой вообще, выстрелил буквально за 5 часов. То есть ночью я выложила туда несколько видео, с утра просыпаюсь, а там на видосе уже 40 тысяч просмотров. Сейчас покажу. Воль, на, вдохни. Ну, сейчас-ка. Ну на. Нет, не буду. Это Logic, профилактика от заболеваний дыхательных путей. Чё, реально? И вот с него ко мне в телегу
перешло около 2000 человек, подписались на телеграм-канал около 285, что-то такое. Из них 11 человек зарегистрировались по моей партнерской ссылке на бинарках. За каждого я фиксированно получила по $50. То есть с этого маленького тупого ролика я получила $550, что по нынешнему курсу около 44 тысяч рублей. У вас сразу же таких заработков не будет, потому что у меня почва подготовлена и уже достаточно много времени я на нее трачу. Но как до них дойти, слушайте. Первое что? Выбираем направление. То же самое, что говорила в прошлом видео, просто тут добавляется еще товарка. Товары могут быть любые, поверьте, продажи не заставят себя ждать. Далее, здесь уже второй пункт немножко отличается. Также своя рекламная площадка, но если вы свой основной, например, курс или товар продаете через другие соцсети, то здесь лучший вариант это телега. То есть вы должны создать телегу со своим товаром, со своим курсом и так далее. Да, с курсом, с обучалками это все будет посложнее. С товаром просто добавляете одну запись с этим товаром, и человек приходит по ссылочке и видит просто какой-то товар. А телега — это самая конвертящая и самая дорогая социальная сеть. Поэтому лить через нее проще всего. Далее мы создаем TikTok-аккаунт. И начинаем выкладывать туда по 5-6 видео. Поверьте, некоторые видео у вас будут набирать единицы просмотров. Некоторые прям выстрелят. Я на своем опыте уже убедилась, что может выстрелить даже самый наитупейший просто контент. И вот как раз таки, почему я выбираю такой вариант заработка на ТикТоке. Я видела канал, где там 14 миллионов подписчиков. Представляете, 14 миллионов подписчиков. Но просмотры на видео, там на одном видео 10 тысяч просмотров. Там на другом видео 20 миллионов и так далее. То есть здесь... Если мы рассматриваем эту соцсеть для заработка, нам не важно, сколько у нас подписчиков. Нам нужно, чтобы наше видео выстреливало и к нам шел поток клиентов. А выкладывать можно все вплоть до того, как ковыряться в носу. Если вы ничего не умеете, просто копируйте то, что сейчас популярно. Очень там популярны танцульки. Вы можете двигаться просто как креветка и выкладывать это, и, возможно, это видео выстрелит. 5-6 видео, не больше. Просто в течение дня, с утра до вечера. Практически у всех сейчас есть смартфоны с камерой, поэтому я не думаю, что на этом пункте у вас возникнут какие-то затыки. И тут дело остается совсем за малым. То есть просто когда создали TikTok-аккаунт, в описании оставили ссылку на свой телеграм-канал. Все, вот у меня, например, обратите внимание, у меня написано на одном аккаунте, как заработать, а на другом научу зарабатывать тут. И то есть человеку, вообще большинству слоев нашего общества интересна эта тема. Большинство переходят и смотрят. Сделайте на свой продукт такой же вот кидающийся в глаза заголовок, чтобы реально люди думали, блин, что же там такое, интересно посмотреть. Человек может не подписаться к вам на ТикТок, но человек перейдет по ссылочке, и, возможно, уже совершит целевое действие, то есть купит, там, оплатит, останется, подпишется уже в телегу. А в принципе, вот такой вот достаточно простой алгоритм вам поможет достигнуть ваши финансовые цели как можно скорее. Я надеюсь, что это было вам очень полезным. Кстати, есть ли у вас TikTok-аккаунт? Если есть, то напишите свой ник в комментариях, и мы вообще все, кто смотрит это видео, будем переходить друг к другу в эти аккаунты и смотреть, что там у вас за видео такие. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, в следующем видео я расскажу про 3 крутых способа заработка без финансовых вложений, поэтому я вам очень рекомендую не пропустить это. Все, всем хорошего настроения, всем огромного дохода, всем пока!